Консул Антоний, я... Я здесь только как сторонний наблюдатель. Я ничего не знал об этом. Нет? Я был так же удивлен и шокирован, как ты. Брут может подтвердить. Цицерон ничего не знал. Сегодня ты потерял доброго друга и покровителя. Мы сожалеем. Если эта обезьяна не уйдет, я вспорю ему глотку. Утром он пытался меня убить, его присутствие оскорбительно. Ты ошибаешься, никто не пытался тебя убить. Я дал четкие указания не трогать тебя. Это так, Касси? Я ошибся? Мы приносим извинения, если он перестарался. Уходи, Квинт. Скажи, Антони, чем мы обязаны такому неожиданному визиту? Прислушайтесь. Почему такая тишина? Тиран мертв. Народ же должен радоваться. Где же ликующая толпа у ваших дверей? Где же возгласы о свободе? Народ боится перемен. Уныние вполне естественно. Когда он осознает свободу от тирании, народ возрадуется. Народ любил Цезаря. И они будут ненавидеть тебя за содеянное. Когда-то его любили. Как и я. Ну, конечно, кто-то ведь был против него. Нельзя отрицать, что он был отчасти тираном. Но очень много людей будут чтить Цезаря до самой смерти. Очень много. И теперь эти люди мои. Нам не нужны эти люди. Наши войска контролируют город. Мы получили одобрение высших кругов. Сенат за нас, войска за нас. Понтифики. Городская когорта, гильдия ликторов. Гильдия ликторов. Очень хорошо. Осталось собрать только пекаря и музыкантов, и можно устроить праздник. Но лучше подождать до выборов. Каких выборов? А вы что, об этом не подумали? Если Цезарь, как вы настаиваете, был тираном, то все его действия и назначения незаконны. Я уже не консул, ты уже не притор, а ты уже не проконсул. Нужно провести выборы. Это так. А с выборами столько хлопот. И говорил, что поможешь. Да. Всех, кто любил Цезаря, но презирает тиранию, я могу обратить на вашу сторону. А зачем это тебе? Никто из нас не выиграет без порядочного кровопролития. Прольется наша кровь. А я желаю мира и стабильности. Каким образом? Для начала, всеобщая амнистия. Цезаря не объявят тираном, а вас не объявят убийцами. Все указы Цезаря и его завещания сохраняют силу. И мы все сохраняем свои должности. Получится, словно его поразила молния. Естественная смерть. Говори. А потом демонстрация единства. Республиканские похороны Цезаря проведем мы с тобой. Будем оплакивать человека и сожжем тирана. А потом? Я отслужу остаток срока в роли консула, а потом спокойно уйду на пенсию. В провинцию, где буду пахать поля и трахать моих рабынь. Как старый Цинциннат. А республика будет жить без меня. Клянусь. Черным камнем, что с меня хватит политики. Вы слишком жестоки для такого простого солдата, как я. Ножи в Сенате. Не думал, что вы на такое способны. А если мы не захотим мира с тобой? Если не будем друзьями, значит, будем врагами. Я пойду на все, чтобы вас уничтожить.